Учитель! Учитель! Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Кто же сей, что ветер и море повинуются ему? Я задумался над этими словами, ибо наша вера была слаба. Вы, конечно, не считаете, что этот Иисус более великий, чем другие люди. Это простое совпадение, больше ничего. Фома, ты должен извинить брата моей жены. Он не разделяет нашу веру. Я не верю в то, чего не могу увидеть. А как же вера, Иона? Вера? Вера или просто желание верить? Должна ли вера всегда быть слепой? Без веры, Иона. Даже видеть недостаточно. Но ты это видел собственными глазами. И я не одинок. Многие были тому свидетелями. И еще у нас есть слова пророков. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Адоне, Анурухим, Эмсохим, Аднакор. Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Мне надо обнакреститься от тебя. Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Иешуа, я крещу тебя... И крестившись, он тотчас вышел из воды. Наверное, это было прекрасно, воочию видеть его лицо и слышать его голос. Легко говорить о вере, когда ты не чувствовал, как опустошают сомнения. Что такое вера, папа? Вера — это... Вера — это когда ты знаешь, что все, что не делается, к лучшему.
У моей Рахили была такая вера. И что хорошего произошло с ней? Возможно, вера еще не вера, Иона, пока она не будет испытана. Вера. Похоже, это ответ на все вопросы. Так скажи нам, Фома, что же такого в этом Иисусе, что заставило столь многих уверовать в Него? Иона, Иисус был способен читать мысли и понимать сердца людей. Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Кто прикоснулся к моей одежде? Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Дерзает черь. Вера твоя спасла тебя. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Расскажи нам о чудесах. Чудес было много, Мариам. И все они были сотворены верой. Талифа Куми, тебе говорю, встань. Слепые обретали зрение, у глухих открывались уши, хромые начинали ходить, бедным было проповедано Евангелие. Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Хочу. Очистись. Благодарю тебя. Он подал нам пример, чтобы мы шли по его стопам. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Дайте пройти. Умоляю тебя, взглянуть на сына моего. Он один у меня. И хотя его схватывает дух, но если что можешь, сжалься над нами. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно. Веруй, Господи. Помоги моему неверию.
исцелись. Он проповедовал пленным освобождение и исцелял сокрушенных сердцем. Конечно, все это должно нести надежду находящимся во тьме. А его учение? Расскажи нам, что он еще говорил? Поистине слова его имели силу, ибо он учил нас, как власть имеющий, и от его учений сердца наши возгорались. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Вот так. Как тебя зовут? Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Помилуй меня, Господи, сын Давидов. Веруешь ли, что я могу это сделать? Да, Господи. По вере твоей, да будет тебе. Господи, как можем знать путь? Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Где он? Вот этот мальчик. Можно ли мне разделить твой хлеб? Конечно. Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Несомненно, он был Сыном Божьим, как говорят они. Как кто-то может утверждать, что знает это? Мы верим в это, Иона. Рахиль тоже верила. Рахиль мертва. И все ваши разговоры о вере не могут вернуть ее мне. С Богом нет ничего невозможного, Иона. Хотя во что-то сначала надо поверить. Что это? Ободритесь. Это я. Не бойтесь. Дерзай, чадо. Прощаются тебе грехи твои. Этот человек богохульствует.
Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. Сын Человеческий пришел спасти погибшее. Нет, нет. Дорогу. Дорогу. Отойдите. Отойдите. Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Никто, Господи. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь я знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Воскреснет брат твой. Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Лазарь, иди вон. Развяжите его, пусть идет. Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Почему люди не поверили ему? Я не знаю. Они говорят, что он пострадал за наши грехи. Скажи нам, как это может быть? Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Отче, о, если бы ты благоволил принести чашу сию мимо меня. Так Христос принес себя в жертву, чтобы понести грехи многих, ту кровь, что очищает душу. Ты ли Христос, Сын Божий? Я.
Итак, ты царь? Я на то родился. И на то пришел в мир. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И ранами его мы исцелились. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни. Нет! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Вот и кончились чудеса. Других спасал, а себя самого не смог спасти. Он умер за нас, Иона, но он воскрес. Опять, как и обещал. Он ведь ожил. Правда, Фома? Ты же знаешь. Да. Может быть, кого-то и привлекают такие взгляды. Но если я сам не увижу на руках его ран от гвоздей, то не смогу поверить. А если бы ты увидел этого, было бы достаточно? Возможно, нет. Я видел Иона. Я видел. Я сам свидетель. Жена, что ты плачешь? Скажи мне, где ты положил его? Я возьму его. Мария. Учитель. Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему. Другие говорили мне, что видели Господа, но я сомневался. Я не мог поверить. Это правда, Петр? Яков? Он действительно приходил? Рад тебя видеть, Фома.
Мир вам. Фома, подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим. Господь мой и Бог мой. Фома, ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Ну, мне кажется, я мог бы поверить. Ты можешь, Иона. Можешь. И благодаря тому, что он жив, мы тоже будем жить. Все мы. Все мы. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.